Берем фарш. У меня сегодня куриный. Картофель и цукини нарезаю тонкой соломкой. Добавляю к мясу картофель и кабачок. Добавляю еще шампиньоны. Конечно, можно купить маленькие, но мне в магазине не повезло. Купила, что было, и просто разрезаю на 4 части. И, конечно, добавляю еще мелко порезанный репчатый лук. Теперь к яйцам добавляю немного молока, соль, орегано, базилик, сушеный чеснок и тимьян. Перемешиваем. Выливаем заправку на противень и перемешиваем. Можно, конечно, и ручками, но мне их пачкать не хочется, поэтому сделаю ложкой. Продукты перемешала и распределила ровным слоем. И теперь маленький нюанс. Так как у меня цветную капусту любят не все, а только я, поэтому я добавляю капусту не на все блюдо, а только немного для себя любимой. Противень закрыла фольгой и отправляю в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Блюдо почти готово. У меня запекалось 30 минут. Теперь я посыпаю все тертым сыром и отправляю обратно в духовку. Ну, буквально минут на 5-7, чтобы сыр растаял. Ну что, ужин готов? Обязательно пробуем. Отлично. Вкусно. Овощная запеканка с фаршем. Но такое блюдо понравится и детям, и взрослым. А самое главное, готовится очень просто, а получается очень вкусно. Прошу к столу и приятного вам аппетита.